скажите, вот мы заявили, что в 2024 году выходим из проекта МКС. Вот как вы к этому относитесь? Да я нормально к этому отношусь. Давно пора. Ведь без наших ракет и двигателей Америка летать не сможет. А еще сколько стран мы с собой возим. Они там свои опыты все это делают. Ну, без нас куда им? Это сколько лет пройдет, пока они все это сами додумаются. Так что нормально все, все правильно. Вот скажите, мы выходим из этого проекта МКС в 2024 году. Что вы об этом думаете? Ну, что я могу думать об этом? Что могу сказать? Конечно, это все печально. Вроде бы это было наше основное детище разработано. Но пользовались многие другие страны этим. Поэтому мы сейчас вот выйдем из этого и откроем, наверное, свое, что-то новое, лучшее. И будем пользоваться сами. Ну, конечно, уже теперь вопрос не стоит о сотрудничестве там со странами, с другими. Потому что Россия должна как-то выживать теперь сама. И пользоваться своими ресурсами, своими разработками новыми. Я думаю, что что-то придумают новое, которая будет более лучше и выгоднее и для России, в общем, и для других, может быть, даже стран. Вот мы заявили, что выходим из проекта МКС в 2024 году. Что вы об этом думаете? Я думаю, что правильно. Можно было бы и пораньше, конечно. Но у нас на Дальнем Востоке строится космический этот, как его называют? Космодром? Космодром. Вот его достроят, и до свидания, гуси. В смысле, Америка, прощай. Пусть они швейцами не ездят на эту самую, на МКС. Все время на российских кораблях. Вот пусть попробуют сами. У них авария за аварией на космодроме, на ихнем. Сколько уже погибло. А у нас все нормально. И разделимся, как они с нами, так и мы с ними. Только надо было чуть раньше. Вот скажите, вот мы же отказались от МКС и заявили, что у нас будет теперь своя станция. Да. Как вы к этому относитесь? Ну, я вообще-то к этому отношусь очень положительно. Если мы отказались, значит, у нас есть в этом какой-то смысл. И почему мы должны вот все свои опыты там, что проводить, и для какой-то страны. Мы все должны это делать только для своей родины, для своей России. Вот мы закрываем проект МКС в 2024 году. Ну, это я считаю, что хорошо. Они нам не нужны. Путин будет делать как надо и как нужно. Все будет хорошо.